Цветочком, смотрите, как. Ой, о, господи. Смотри, мы что-то тебе... Дай лобик мне тебе. Давай. На расстоянии. Боже, смотрите, бабуль. Мене ж роду. Это он, чтобы не переживал. Ну, сейчас мы тут подарков привезли. Ой, сейчас фотографируют, надо же мне. Сейчас нарядимся. Мы все купили. Мы тут целую кучу подарков привезли. Тёма, на тебе, бабуля. Боже, как же спасибо. Как же спасибо. Все, заходите в дом. Вот крыто будет. Да, мы сейчас будем заносить все. Я вам помогу. На. Может, пройдем, слышишь? Это мне еще сестра принесла сало. Тут не было чего есть. О, що вам сестра принесла? Сестра принесла. Сестра тільки що принесла сало. А вам їсти не було чого, так? Хліб у мене є. А що ви їли? І сало принесла. І поки нічого нема. М'ясного нема. Я ж не купляю, нема за що. І я не піду, не куплю. М'яса я не куплю. А ви пам'ятаєте, ми до вас приїздили? Пам'ятаєте, ми ж вже приїжджали к вам, пам'ятаєте? Я пам'ятаю. Пам'ятаю, Бог вас. А ми вам знаю. Їжу привозили, пам'ятаєте? Привозили. А що ото таке? Стиральна машина. Стиральна? Да. Ви що? Ну це в гараж як поставити. Зачем? Стирати треба, будете. Ні, поки в гараж. А не треба в гараж. Не треба в гараж, там винесуть. І її винесуть з гаража. Її треба поставити, ми зараз там її поставимо. Щоб стирати. Да. Ну я ж повинна насобирати, а тоді вже стирати. Ну, звісно. Ну так ми ж, вона просто маленька, не така велика, як та ваша, тяжела. Вона легенька, вона хорошо стирає. Боже мій. Я умру з радості. Та не надо, не надо, умирати точно не надо. Умирати точно не надо. Це мені сестра принесла їсти каші, а я ще не спіла поїсти. Я голодна, оце страшно, а сестра принесла каші. А от, смотрите, ми вашим котам скільки корма привезли, смотрите. Котам. Котам? От, да, це спеціальний корм для котів. Я не донесу, а я буду набирати тряпку. А для курей корм. Ото гараж, дійсно. Бо я ж... Смотрите, для курей. Вот этим бабушка питается. Поняли? Смотрите. А что ж воно таке там? Это зерно. Ну типа да, чтоб яйца несли. Ви от будете просто можете взяти ручками, поняли? Отак от і їм кидати. Отак і давати їм. Да, в ручках. Не треба мочити, нічого. Нічого, от. Давайте зараз погодуємо. Возьміть зараз. Пошліть, можете, да. Давайте ми зараз що-то зараз. Проверить, як вони будуть кушати. Вон, сковородка можна є. Ручки. Оно, аж бачиш? За руку, Кирил. А, ви з нами? Давай. А я отут даю їм. Зараз я позву їх. Мене, ні. А пушки посидять. Тим. Хліпи. Оно, бачите. Ну я тут поставлю. Оно, одна, друга. І третя. Мене три курочки. Давайте ми. Оце отуди, де вона ходить. Отам і поставте. Ось, отут, отут, отам, оно. Отам. О. Отам. Ні, на землі. Да? Там перекинуть вони. Отак. Ото воно, ото три курочки бігають. О, Боже ж мій, я з радості не знаю, що робити, Послідьте. Казать. Нічого не треба говорити. Это вам просто люди. Благодарю. Это люди вам, помните, ми приїжджали і ми вас знімали в прошлый раз. І люди відкликнулись, поняли? Поняла. Люди, які посмотрели, що вам нужна помощь, а это они все передали. Поняли? Очень много. Одежду купили. Одежду постельную, корм для курей, цветы, корм для котов, Господи, еду. Родненький. А все, не переживайте. Чем буду? Целую. Все, это люди собрались, очень много людей хочет вам помочь. Поэтому это... Всем людям, а вам особливо, здоровья. Спасибо. Саме основне. Вам скажіть їм, тим людям, що я буду за всіх молитися Богу.
За всіх. Спасибо. Я молюся Богу. Вам будут еду каждый месяц привозить и воду будут домой питьевую. Мы оплатили, люди точнее оплатили доставку, да, и вам будут воду и еду. Так а я, может, тогда буду платить за неї, не надо. Не, вы не будете. Мене вода є в колонки. Не, вам будут домой чистую пить воду привозить. 38 литров в месяц будет, чи 32. И продукты вам будут привозить люди. А не будет все тогда собирать? И мне прийде зарплата, щоб я заплатила. Не. Это все, они будут уже доставлять, им ничего платить не надо. Люди оплатили вам все уже. А я же то боюсь. Нет, все нормально. Не, не дай Бог, я одна. Не. У меня нема грошей. Не, мы запасу. Запасу все нормально, нема. Бабусь. Я все трачу. Все нормально. А по поводу это, вы кушаете вообще нормально сейчас? Ні, у мене язва желудка. Ага. Язва желудка. Мені такого дуже острого не взяв. Не, а зараз як ви їдите взагалі? Ой, та що я їм? Господи, каші воно принесла, тільки що сестра, бо в мене немає каші, з чого зварити не було. А тепер в мене є крупа. Ви привезли крупу? Да, все там есть. Все. И кошкам, и курочкам. Я теперь буду сама варить себе кашу. И посуда. И гроши будут, то буду купить молочко. Купили. А возять молоко. Мы купили. До мамы. Я выйду, куплю себе молочка, наварю каши. И вот так. Вот. Да? Это только за вашу помощь. І дай, Господи, Господи, прошу тебе, поможи цим людячкам у всіх ділах і дай їм здоров'я. Скоро ж буде праздник, там буде у ветеранів, знаєте, теж, і День пам'яті буде, Второй мировой. Вот. Хочете передати там якісь слова ветеранам Великой Отечественной там или Второй мировой. Сообразить сами. Да? Сообразить. Скажите, что я передаю ветеранам усім войны и шешу, и кому? Тому, детям войны. Вы же ребенок войны. Усім больным здоровья, счастья. Здоровья и счастья. Хорошо, пошлите в дом разбираться со всем остальным. Не надо. Давайте. Смотрите, это кошечкам корм. Поняли? Вот, смотрите, просто берете отсюда рукой и вот насыпали. Все, водичка есть. Курочкам? Нет, это котам, видите? Котикам? Да. Ой, теперь... А у меня три коти. Уже... Три коти. Не насачу им їсти. Пошлите, вот им, что есть. Господи, ой, нові сплили, Господи, праведний, я з радості не знаю, що мені казати і що мені робити, дивіться, що ж у мене робиться, Господи, уже мені уже нові тапки у мене є, повнатні, Боже, я сама, це буде мені. А колготы ты привез новые? Да, все там. Где? Доставай. Ой, я пока размешаю. Боже мой. А ну, засуньте ножку. Колготки сейчас мы... Ой, хорошие. Большие. Не, вот, хорошие. Чуть-чуть больше. Я а ты не брал второй размер запасной? Дивки. Нет, они как раз, они же закрываются. Вот, смотри. Раз. Вон, все. Все. Ага. Нормально. Колготы только надо... Да, все, ну давайте мам, сейчас мы поменяем. Сейчас, подожди, я сейчас найду. Господи, та що ж це мені за радості багато? Що ж це? Це одеяло на кровать буде. Смотрите, какое. Це от буде покривало вам. Так. І можна буде смотрити. Оп! Оп! Це вкриватися буду. А! Ой, м'якеньке! Хорошо, дітки. Это тоже. Мне покажите. Спасибо. Я ж тоже хочу посмотреть. Ух ты! Она мягкая очень. Ну, сейчас постелим красиво. Всем крылача я буду. Да. Алло.
Сейчас, а пойдем в вазу найди. Сыночек, ой, поставь. Ты мне хочешь дать? Да. Ну, давай, сынок. Смотрите, давай. А ну, давайте. А ну, бабуль. А ну, сейчас, 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 деточка, я не могу. Я ж дуже... Садитесь, не вставайте. Я дуже расстроена с радостью. Не вставайте, а ну, давайте примерим. Смотрите, это вам, чтобы холодно не было, поняли? Чтоб... О, ну хай пока, пока. Нормально, якраз на мене. Да? Не... Нормально, нормально. Отам, отам, сыночка. Так, смотрите, полотенце привезли вам. Мягенькие, новенькие. Только чтобы вы ими пользовались, хорошо? Да. Щоб ви їми витирались, щоб не положили, а не лежали ні, там. Ні, я в мене якраз нема. Я їх пущу зразу в поход. Это офігенно пісенька. Хоча, щоб я хочу, щоб ти її оділася. А вот еще какие тепленькие, это на улицу ходить. Да. Это такие, о, осенью. Боже, Митя, якраз. Ви що будете у нас давай, самая давай, красивая давай. Бабушка? Да, мам? Да, конечно. Я буду взять чулок. Да, да. И гарно будем надевать. Пихайте ногу. Ой, нормально, как раз. Сама она навряд ли да. Оденет. О, все, уже. Да там просто колоду надо поменять. Да. Уже, да. Нормально. Пока скиньте. А я эти чулки драны. Мы сейчас чулки другие дамо. Где чулки? Один костюмчик лучше, чулки и костюмчик. Где же колготы? Не знаю, вон, наверное, вылазит. После обои идти. Да, вот этот в доме ходить, а это на улицу, поняли? Они вот тепленькие. Сейчас. А не, ложи. Да что же вы робите со мною? Такой радости мне. Это люди все передали. А вот колготы новые. Пойди. Вы пойдете в комнату оденете сейчас, бабуль. Давайте сейчас комнату оденет вас. Не, ну сейчас уже я мне скидываю. Нет, давайте новые. Ну, хочется ж посмотреть, померить новые. Мы выйдем, а вы померяете. A few moments later. Подожди, пока не фотографируй. Не, еще щелку, мы же еще щелку не сделали, да? Это мини-раб. Мини-раб. Усі оділи. Освіт нужен виключити. Очень хороший. Буду одівати. Спасибо, дітки. Так, отут теплі гамаші. А у них нету, я не купила это на голову. Колготи. Теплі гамаші. Ой, Боже. Это без пяточек. Это на колготочки сверху одеть. Очень теплые, видите? Бачу. На чёрном. Все, я все разберу, подивлюся, усе... Так, усе полотенечко, дивиться. Полотенечко? Да. Только чтоб пользовались ими. А кохта глянь-ка, а? Концертно. О, Боже. Хай, тоді я вже одену. Концертно, да? Зараз плохо одівати, у мене рука поламана. Да. Нравится? Ой, що ви питаєте? Костюм. Що ж ви питаєте, о, як воно? Поперек брюк, штани, смієтесь, чи що? Ну таке вже придумали. Як тебе звати? Артемушка. Артемушка. Я вже питаю і забула. Артемушка, сідай, сидай. Так, от стелечки теплі, стелечки. А, у кімнатні, да? То стельки просто. От ще колготки цілі. Колготочки. Господи, ну зачем же ви стільки мені, Господи, стільки радості. Це не ми, це люди вам передали. Я ж не можу так. Ну, то знаєте, скільки людей за вас переживає? Тут стільки людей відклікнулись і говорять, давайте, будемо бабушці допомагати. А ще вам будуть привозити кожен місяць питьєву воду. Ага. И каждый месяц вам будут привозить продуктовый пакет. Да вы что? Да. Это нам, а это вам. Кушайте. Вот мы тоже себе торт. Диточки, родники, сами тут. Да. Руководи, да. Руководить. А я буду есть, бо я кушайте. Голодна. Кушайте. Дайте дитині їсти. Оце что такое? Це сок. Це сок.
Капот? Да. Да, да. Я воды хочу дуже. Сейчас начнем что-то. Располагайте сами. Располагайте. А ну сюда трохи двиньте. Та все нормально. Нет. Та сядьте ви, щоб вам удобно было кушать. Кушайте, бабуль. Давай сюди, щоб ти сідав. Я вот. Оп. Тём, а ты там с ними тебе дать? На брудершафт. Дать компот? На брудершафт, давайте. О, всё. Давайте это. Может, на брудершафт, знаете, как раньше, а? А там цілуватись потім потрібно. Потом цілуватися надо. Ну ладно. Не-не, ничего. Всё, ваше здоровье. И за ваше всіх. Усіх і отого малючка. Малюк уже за щуки намял. Ну що? Ми уже хаваємо, Катя какая-то. Уже сфотографировали? Прислуга. Пока тут можна поумничать. Кушайте, кушайте, оно ж пока свежее все. Попробуйте, это хорошее. Торт вкусный. Холодное. Да? Мне горло геть не годное. А котлетка не холодная, попробуйте котлетку. Давай, давай. Та, где? Я буду котлетку. О, о. Да? Хорошая. Пошла жара. Хорошая. Молодым людям, что вы хотите пожелать? Усім молодым людям счастья, здоровья. Чтоб жили спокойно, чтоб не было войны. Так як ми, старики, попереживали ті війни, щоб ви чого-чого не знали, щоб мали діточок, робіть діточок. Бо так як я осталася, робіть діток, робіть. А ти мене так фотографував, що я все махаю, кричу. Ой, а який букет, глянь. Ой, Таня, покажи, як а де ж ви його такий купили? Це Кирил десь покупала, Вікторія Ніколаївна там теж. А на ходу ти Кирила котує. Тепер робіть собі стіл. Щоб зробимо, щас я мусор. Робіть стіл, щоб я сиділа і дивилась, як ви їсте. Та ми поїдемо, не нервничайте. Сейчас еще Вікторія Ніколаївна прийде, а наш покушає. Та я ось в мене їжі повно, тільки ж нема коли їсти. Та що? От не вбігайте її, Даня, дайте її покушати. Дайте її покушати. Так, нам очень нравится. Да. Спасибо, что вы нас приняли. Усім вам, Господи, дай здоровья. Пошлите, пройдемте усім. На улицу. Пойдемте на улицу. Да, пойдемте. Дай вам, Господь, дай здоровья. Пойдемте, проведете. Пошлите, пройдемте. Прогуляйте. Опа, опа, тихо, аккуратно. Она разнервничалась. Господи, не думаючи, не гадаючи, оце в мене такий гостинець. Господи, стільки ж у мене гостей було. Сколько? Нагуляли, можна да? Вмирати уже. Та ні. Синочки, уже стара, вже дуже стара. Будьте здоровенькі. А ну я не то тих. Вийдете? Да, ми вже будемо йти, бабусь. Може, нам треба просто їхати. Уже все. Катя, а вам... їхати далеко? Та ні, ми рядом, високі. А, ви живете високо? Да, рядом, сусіди ваші. Спасибо. Дай Господи вам здоров'я. Вас звати... Кирил Яковлев. І Даніил Яковлев. Обом вам здоров'я. І щастя. І хороших жіночок заімейте, хороших, і зразу хай родять вам діток. Хлопчики, родненькі, не думала, не гадала, що і в мене буде оце такі гості. Дай Бог вам здоров'я. Все, давайте на прощання, можна вас приобняти, і майте діточок. Друзья, вот и подошло это видео к концу. Я уже дома. С бабушкой мы, так сказать, много времени решили не проводить. Сделали все самое необходимое по дому, помогли, все разложили, чуть-чуть прибрали, потому что она постоянно нервничает и не хочется вот это ее лишний раз тревожить. Вы должны это прекрасно понимать.
Мы ей купили продуктов, сладости, стиральную машинку. Ей там, надеемся, в мае месяце проведут все-таки воду в дом. Привезли электрочайник, привезли одежду, привезли постельное, там клеенки, моющие. Короче, все, что можно по максималке, мы привезли. Плюс женщина, спасибо ей большое, платит бабушку доставки воды. В месяц ей будет там 30 с чем-то литров привозить питьевой нормальной воды, чтобы она не ходила с ведрами. Плюс ей также оплатят доставку продуктов. Ей будут раз в месяц привозить продуктовый набор. Вообще, короче, все, что можно было для этой бабушки, мы максимально сделали. Конечно же, купили ей цветы, чтобы она почувствовала себя женщиной. Ну, вы видели эти эмоции, это просто супер. Что хочется сказать, спасибо, друзья. Что хочется сказать, да? Во-первых, спасибо. Спасибо вам всем, кто говорит, зачем вы это снимаете, пиаритесь. Вот благодаря одному такому видео, которое увидело просто десятки тысяч людей, мы за неделю собрали эту всю помощь и помогли этой бабушке. Вот и все, понимаете? Вот для этого мы снимаем. Ну и на самом деле это крутые, незабываемые эмоции. Поэтому мы будем стараться делать это дальше. У нас еще очень много планов. Кому поехать, кому помочь, с кем записать вообще видео. Короче, очень много планов. И я надеюсь на вашу поддержку. И дальше будет только лучше. Друзья, я вас попрошу поставить палец вверх, написать комментарий, что вы думаете по поводу этого видео. Пишите ваши замечания, предложения. Я все читаю, все выслушаю, буду рад любой критике. Кто хочет помочь, пишите в личку. Буду благодарен за любую помощь. И да, в принципе, меня переполняет очень много эмоций. Короче, видео вообще удалось. И спасибо вам всем еще раз большое за вашу помощь и поддержку. Друзья, идем только вперед.